И пока другие игроки наслаждаются обновлением, я вам покажу, что же нам преподнесли разработчики. Итак, компас наконец-то встал в саму игру. Вот он находится сверху и показывает, где вы находитесь. Запад, восток, север или юг, в зависимости от вашего направления. Если кому-то он мешает, можно его полностью отключить, зайдя в меню, настройки. Вот он, компас, как бы сказал Джек Воробей. И вот так вот я его выключаю, off, все, его больше нету. Но если кому-то он мешает, но нужен, можно его оставить, переключив вот в такой режим. Его не видно, но нажав букву S, английскую или русскую, вы его увидите. Находится он сверху. Вот такие вот дела, ребят. Дальше появилась у нас новая постройка. Ни за что не поверите, но появилась. Да-да. Требует Workbench первого уровня. Watch Town, или как бы смотрящая башня. Вот такой вот перевод от ежа. Чтобы ее поставить, нужен Workbench 1. Я его сделал. Поставлю здесь для примера. И уже могу скрафтить эту башню. Смотрящую башню. Крафт готово. И выглядит она вот так вот, ребят. Давайте ее воткну. Прям вот так в землю воткнул. Вот так вот. Деревянная постройка. Давайте посмотрим, сколько хп на ней. 500 хп. Ой-ой-ой-ой-ой. А выглядит она вот таким вот образом. Здесь есть лестница. Также доски. Давайте залезем. Можно залезть. Можно даже попрыгать. Вот я внутри. Маленькое помещение. Давайте сделаем план постройки. Застроить ее сверху нельзя. Но если мы спустимся вниз, то снизу уже можно подстроиться. То есть можно сделать всякие различные дома, помещения и базы, чтобы застроить эту самую вышку. Пока я застраивать ее не буду, будет отдельный видос. Просто показываю, что она есть. Но застройка этой башни будет в другом видосе. Не переключайтесь, смотрите ежа дальше. И вот эта новая C4 все-таки в игру вошла, как я и говорил до этого. Хоть орите, хоть нет, перфоратор. С помощью этой штуки можно добывать ресурсы и убивать людей. Новая лодка. Она быстрее обычной лодки и будет редко встречаться на карте. Вмещает до 6 человек. Также есть ящик. Ну, а если у вас есть стол исследований, под него теперь можно засунуть большой ящик. Смотрите, как это делается. Просто берем большой ящик и ставим его вот сюда. Готово? Hello, my friend. Sorry. I don't know how to play, so I thought you were a good guy. You need any help? Oh man, no, sorry, no help. You. I have things you want. I have cloth. You want? No. No. Take it. Во время записи чувак подбежал. Вот он, стол здесь стоит. Исследование, и под ним находится ящик. Также появились вот такие... вот штучки в виде... Смотрите, сейчас покажу, подбегу к нему. Хорошо, что он пришел. Точка, видите? Нажав F1, можно вводить разные команды. То есть можно создать свою команду, тимку. И в зависимости от вашей тимы, если вы соберете где-то 5 человек, будет светиться этот ник зеленым светом. Светом. Короче, что-то будет. Вот такие дела. Вводится это в F1, вот здесь вот. То есть сюда вводите команду. И вы будете видеть, где ваши находятся игроки. То есть будет показано, сколько метров до них и где они находятся.